можете, идите в, на другом стриме нападайте. Нечего тут Стасика допекать. Ярик, ты на каком районе работаешь? Я работаю на центральном районе. Меня обижают. Да не обижают. С Булькой просто сравнивают. Булька какая-то. Ой, я сейчас вам покажу смешной момент, с которого я смеялся вчера. Очень долго. А, так, ща я его открою. Так, вот так сделаем. Сразу найду его у себя. И покажу вам. Где ты? Где ты? Во, вот он. Вот он этот момент. А чё качество такое шикарное? Можно мне нормальное качество? Во. Так, это что надо переключить. Во, вот так должно работать. Работает? Работает? Работает. Вот это тот момент. Так, надо музыку отключить. Ладно, я признаюсь, Бульк, это я, Стасик. В смысле? Вот, поэтому мы сейчас и спрашиваем, чтобы ты призналась. А сейчас ты типа делаешь Стасик, вид, что это не ты. Ладно, понимаешь? Стасик, тут такое дело, мне только что сказали, что реально это... На паузу поставь. Подожди, Стась, а ты же на своих стримах что-то говорила, давай, признавайся. Сейчас будет момент, с которого я хихикнул, а у меня слезы были. Ничего не говорила. Ну, ладно, да. Стасик, а своим донатерам ты что говорила? Признавайся. Агрится, во-первых. Стасик, в чем Стасик, признаться, объясните мне? Бульк, это не ты, да? Качество не сильно хорошее. Нет! Даешь слово, что это не ты? Даю! А кто тогда это? Не знаю, пузырик какой-то. Это был я! Вот это тот Данил, который просто залетает со своими огромными бровями. Где ты тут? Вот эти вот его мощные брови. Меня просто с них почему-то вчера порвало. Это был я! И мы сидели с Витой вдвоем тут хихикали. Мы раза три пересматривали, и все три раза нас разрывало просто от смеха. Возвращаем музыку. Ой, а что так громко, надо потише чуть-чуть. Слушай, может быть, это они с ними злые были, а с тобой не злые. Молфик, приветосик. Дела? Дела, хорошо. Устал. Хоть это было выходной, но я устал. Я сегодня лег в 5 утра почти. Что я делал? Да мы покушать съездили с Эдиком, Вита уже спать легла, покушали, посидели, поболтали. Я пришел домой, посидел, поиграл еще в Black Desert. Это вот та онлайн-игра, про которую вы ни сном, ни духом. А что ты молчишь? А что говорить? А что говорить-то? Ну? У тебя как дела? Давай с тобой поговорим. Что делалось? Ты... Да расскажи. А что? А, ну то, что я вот поздно встал и из-за того, что поздно лег. Что делалось? Я сегодня кое-как проснулась. Во сколько? В 1:30, если да, не два. Я раньше встал в нее, а это редкость. Да. Ясненько, спасибо за росписи. Спасибо за донатики. Спасибо. Нам росписи, подписи. Либо как их там? Автограф. Нам автограф несложно дать. А, таки вот, съездили по делам, приехали домой, я поработала, покушала. Вкусно покушал. Вкусно покушал на хинкали. Хинкали и хачапури. Вот. Хачапури горячая была? Ну, такая тёпленькая, не сильно горячая была. Вот так вот, вот весь мой день. Расскажи, из-за чего ты тут расстроилась на днях очень сильно. Из-за ночнушки? Да. Я порвала свою любимую ночнушку из Ойша. А Ойша как бы закрыли в России, и ее не купить. А она была такая классная, белая, в серую полосочку. Я в ней как-то на стриме сидела. И, в общем, я вот здесь ее порвала. Да, и я плакала из-за этого. Вышла из ванной, решила потянуться и порвала. Правильно помню, у тебя моя или Витина подпись уже есть. Да. И твоя, и моя. Да. Да. Пуди классная, помните? Моё, кстати. Наше. Нет, моё. Наше. У него с хинатой. Твоё вот это твоё, это я не буду носить. У него с хинатой. Моё вот это. Вот так в семье всё и делится. Да. Есть её, а есть наше. Вот это её, а есть наше. Вот джинсы она как-то мои примерила тут на днях. Такой, о, наши джинсы. А я себе эти джинсы купил. Они мне в итоге не подошли. Почему? Это может потому, что они мужские? Ничем не отличается от женских, кроме посадки. У тебя она пониже. Привет, я все еще жду Бигфута.
Передавай Стасику привет, а точнее привет. Хе-хе-хе. Стасик, привет. И Бульке какой-то тоже приветусь. Сюда! Посмотрите, кто пришел. Модерку у меня опять выпрашивает. Каждый раз приходит и просит модерку. А не дам. Ты мне не выдаешь, и я тебе не дам. Все у нас. Ой, если вы еще здесь, я хочу кушать. Эдуард, я хочу кушать. А, меня не слышно было. Наверное, единственное, что было слышно, это Эдуард. Кушать хочу. Так. А, меня не слышно было. Наверное, единственное, что было слышно, это Эдуард. Кушать хочу. Так. Что-то я завис. Я тоже хочу кушать, а Вита хочет штрудель. Вот мы и договорились, правильно? Ну ты это... Жук. Жук. А Вита хочет штрудель. У Эдисона кружочек вышел. Сюда. Серьезно, он кружочек в телегу выложил, где он сказал сюда. Не знаю, включить? Да я у себя включу. Ну-ка. Ну, наверное, было у тебя включить проще. У меня не грузится Телеграм. Мне хватало 34 тысячи подписчиков до 14 миллионов. Сегодня я проснулся. Не как Марти. Марти спит, лежит. Это грех будет, если я сегодня не выпущу ролик. Маньяка. Затянется булка. У меня не пес, у меня жопа рыжая просто. Все, хотите продолжение, смотрите в источнике, правильно? О, здорово. А хотел меня опять скинуть, а я здесь. Я наблюдаю за тобой. У Эда один кружочек, а у Ярика много квадратиков. Все правильно. Ты мне что здесь, паркурное это устроил? И того тоже. У нас тут с бананом какой-то паркур. У нас тут кубики. Да ладно, кубики, квадратики, какая разница? Квадратики просто квадратные, а кубики кубические, правильно? Я сначала его чуть не скинул, потом отошел от него, и он такой, чуу, вниз. 14 миллионов. 14 миллионов. Так это он сегодня нас кормит. Отмечаем его праздник, так сказать. Жду штрудель. Жду штрудель. Жду штрудель. А что, поздравлять его будем? Надо его поздравить. Надо ему подожди, написать. Обнови на всякий случай, проверь. А вдруг они меня обманывают? А вдруг? Сейчас. Ну-ка. Реально обманывают. А зайди через браузер. Ну-ка. Сейчас я еще раз телефона проверю. Edison PTS. 14. О! Реально 14. Реально 14. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот, а. И вот найдутся же те, кто специально отпишется. Такое обычно всегда бывает. Жулики вот эти вот. Да, типа, я отпишусь, и опять будет 13 копейками. Надеюсь, он сдержит свое слово. И я поеду в Новосиб. Кто знает. Сейчас, секундочку, я подмечусь. Есть один нюанс, почему я бы ему не смог дозвониться. Потому что он жопа, которая не беспокоит режим, ставит после 11. Жопа. У Ярика 14 тысяч, а у Эда 14 миллионов. Совпадение? Не думаю. А что, реально, у меня тоже в 14 дошло? Ну-ка, смотрим, проверяем. Реально. Тогда и меня можете чуть-чуть поздравлять. Ета, 14 дошло. И тебе... В жопе даже позвонить, поздравить нельзя. Так как
твой телефон меня отправил к автоответчику. Правильно. Как Вита отреагировала на то, что Ярик практически в одной кровати с Эдом? Так... Нормально. Это высшая эволюция мужской дружбы. Крепкая вообще-то. Мужская дружба. Другие слова здесь. И тебе никакого. Это... А факовые сердечки не делаю. Я не умею. А... И на сюда у меня права выкопили. Вот так вот. У Эда маньяк вышел. У Эда маньяк вышел. Это получается, он уже смонтировал. Это получается, скоро мне придется с вами прощаться и идти кушать. Кушать штрудель и кушать что-нибудь еще. Плюшка, там тебе Волкадо предложил подумать, что Эд свободный. Что? Какие-то вообще-то... любовные треугольники. Да, у вас там, там какие-то треугольники любовные. Интриги, вообще-то он занят. Вообще-то он занят мной. У нас это, как там его? Мужская дружба. Крепкая. Крепкая. Что делаем? Штрудель. Ты, у нас как минимум сегодня здесь... В смысле, он был в этот момент, когда я говорил про это. Жулик. Короче, вообще-то у тебя 14 миллионов, и это надо отметить. А у меня 14 тысяч, и это тоже надо отметить. Штруделем. А еще сегодня практически последний день лета, когда мы можем собраться. Поэтому пойдем, посидим чуть-чуть. Поэтому берите. Так, идею. Хватит. Он, смотрите, что он делает. Он услышал, что ко мне приходит сообщение и спамит сейчас специально. Это вот этот жук делает, вот этот. И дальше продолжает. Сейчас я тебя отключу, негодяй. Давай, давай, попробуй. Попробуй теперь. Все, не приходят. И спамит. Я такого никогда не делаю. Жопа.